Ограничение подачи света коснется не всего предприятия. Производственные площади не будут обесточены. Но это временная мера. Если предприятие не вступит в процесс реструктуризации долгов, то тогда энергетику придется пойти на радикальные шаги. Бузулук Тяжмаш сейчас переживает не самые лучшие времена, но предприятие не оставлено со своими проблемами один на один. Ситуация держится на личном контроле у губернатора области. На прошлой неделе в ускоренном порядке заводу был выдан кредит суммой в 15 миллионов рублей. Часть этих денег пошла на погашение задолженности по зарплате. Второй транш будет направлен на ведение основной деятельности. Глава Бузулука Валерий Рогожкин в интервью нашему телеканалу заявил, что со стороны региональной власти сделаны все шаги по нормализации ситуации на предприятии. Теперь собственник завода должен выстроить работу так, чтобы предприятие смогло преодолеть тот кризис, в котором оно оказалось. Если не сумеет, и правительство области, и мы будем продолжать искать эффективного собственника. Старое предприятие, значит, после собрания должников, кредиторов, скорее всего, уйдет, значит, в процедуру банкротства. Значит, наверное, там невозможно санировать на сегодняшний день, потому что ситуация очень сложная. Вот, ну, какие-то еще варианты решения, наверное, все-таки будут оставаться при наличии такого настоящего правильного инвестора, направленного на выпуск промышленной продукции. Мы не хотели бы, чтобы туда приходили люди, значит, с изменением функциональных вот вещей, как бы сказать. Мы хотели бы, чтобы там осталось производство. Стоит добавить, что 200 сотрудников Бузулук-Тяжмаша получили уведомление о прекращении деятельности завода и заодно приглашение для трудоустройства на новое предприятие. Выплата заработной платы контролируется Минэкономом области. Если говорить об Бузулук-Тяжмаше, то у него есть перспектива. Дело в том, что до наступления кризиса завод снабжал продукцией ведущие предприятия нашей страны.